Привет, друзья! И сегодня у нас распаковка посылки, долгожданной для меня, хотя нашла не так уж долго, около 2 недель. Хочу сказать, что шла она из Соединенного Королевства, не хухры-мухры, не Китай, а границу пересекала в Швеции, не знаю, как это связано. Ну, в общем, не китайская эта вещь. Трек отслеживался до границы с Россией, потом, как бы, извините. Вот, и давайте же посмотрим. Я уже, блин, в нетерпении. Она пришла вчера, и я хотела открывать ее вчера, но тянула, так сказать, удовольствие, чтобы с вами поделиться. Потому что заказ такой, скажем, специфический. Вуаля. И это у нас, по-моему, маечка. Так. Шуршим, шуршим. Так. Я заказывала без упаковки. Без упаковки в 3 раза дешевле. И да, это маечка. Вот так она выглядит. Кстати, я думала, она длиннее. В общем, внутри желтая, снаружи черная. Запах, конечно, такой. Но он не сказать, что воняет. Эта ткань, она именно так и пахнет. Специфично. Вот, в общем-то, я думаю, что многие их видели. Часто показывают по телевизору. В общем, это такой топ, который помогает худеть. Ну, посмотрим. Я как бы представляла его немножко иначе. Да, сшито немного неаккуратно, но не факт. В общем, вот такая вот маечка. Я пока очень довольна. Наконец-то я распаковала и могу, в принципе, уже заказчику сказать, то есть заказчику, продавцу, сказать свое мнение по поводу этого. В принципе, она не сильно тянется. Ну так, нормально. Она упругая. По долевой, по вертикали она не тянется, а вот в поперечную, в принципе, нормально тянется. Посмотрим. Я, кстати, заказывала самый большой размер. Вот. Но пришло, конечно, немножко не то. Но знаете, вот просто, к слову, такие маечки по телевизору рекламируют, там, вы знаете, как канал TV Sale, там, или магазин на диване. Вот, на таких каналах эта маечка стоит 3500. Я заказала ее где-то около 500 рублей она мне стоила. Ссылку я оставлю. Заказывала я все с eBay. Еще жду вторую посылку, где будут такие же шортики. Вот, надеюсь, что они как бы будут нормальные. То есть, потому что я думала, что здесь лямочки немножко подлиннее будут. Ну, посмотрим. Это надо надеть уже и посмотреть по факту. И я планирую как бы в этом заниматься спортом на даче. Вот. Ну, и уже после того, как я приеду, рассказать свои впечатления. Понравилось ли мне в этом заниматься вообще, работает эта штука или не работает. И стоит ли она 3500. Потому что в магазине на диване продают то же самое, абсолютно. Я еще планирую еще один заказик, но пока у меня денежек не накопилось. Я думаю, тоже будет интересный заказ, если получится. И сейчас жду второй заказик с шортиками. Ссылочку я оставлю под видео и цену тоже напишу. Так что увидимся в следующей распаковке. Пока-пока!